Всем привет! С вами Андрей Галсеев. Вы смотрите программу News Time на канале Bridge TV. Самые свежие новости о мировой музыке. Какие события оказались самыми интересными, мы расскажем в нашей программе. В этом выпуске: Soulja Boy в России, как герой южного рэпа дал жару в столице, кого и за что наградили на премии iHeartRadio Music Awards, а также новый клип от Mary J. Blige. Рэпер Soulja Boy этой зимой выпустил новую пластинку Loyalty, а уже весной приехал в Россию, собрал полный зал и пообщался с каналом Bridge TV о своем первом успехе, моде и не только. «Я только с самолета прилетел из Калифорнии, чтобы дать огня здесь, в Москве, для моих фэнов». Американский рэпер Soulja Boy действительно сдержал слово. Ажиотаж вокруг своего российского концерта герой южного рэпа создал еще задолго. «Я листал Твиттер и видел, как мои русские фэны репостили мои записи. Это круто». Хип-хопом Soulja Boy стал заниматься с самого детства, впервые попав на студию при поддержке своего отца. Первым же крупным успехом стал хит «Crank That» в 2007 году. Soulja Boy тогда установил рекорд не только по просмотрам и продажам. «Среди авторов и артистов в хип-хопе я стал одним из самых молодых. Мне было всего 16, а мой трек был на первом месте в американском Billboard. Это одна из главных моих песен». Последним же творением стал вышедший в середине зимы новый альбом рэпера Loyalty и видео на песню «Designer», еще раз подтверждающее важность моды в современной рэп-культуре. «С самых юных лет я привык одеваться в одежды классных брендов. У меня есть и своя линия одежды. Вот, зацените мою футболку. Так что в моем клипе манекены и вся эта атмосфера. Хотелось сделать его именно таким». Ну а после феерии на столичной сцене Soulja Boy пообещал выпускать жаркие хиты все грядущее лето. В общем, Твиттер снова грозится быть взорванным. Hey man, what it do? This your boy Soulja Boy, man. You kicking it with Bridge TV, man. Keep it locked right here, man. Clap. В числе музыкальных премий и пополнения молодая, но набирающая обороты церемония награждения iHeartRadio Music Awards недавно прошла в Лос-Анджелесе, чтобы определить лучшего артиста, главного музыкального инноватора и обладателя самых преданных фэнов. Несмотря на то, что церемония награждения iHeartRadio Music Awards проводится лишь во второй раз, вниманием мировых звезд премия точно не обделена. Одним из самых ярких стало появление Рианы. Барбадосская суперзвезда эффектно вышла из вертолета и впервые исполнила новый трек. А Тейлор Свифт стала артистом года и унесла приз за главный хит года «Shake It Off» из рук самой Мадонны. «Ты моя самая любимая гитаристка. Во-первых, хочу сказать спасибо Мадонне за то, что она Мадонна. А во-вторых, мне удалось записать песню, которая звучит на свадьбах и вечеринках, и это здорово». Звание «Главный музыкальный инноватор» и заодно поклонение от Snoop Dogg удостоился Джастин Тимберлейк. «Вы знаете, когда я был в школе, никто не называл меня инноватором. Меня называли другим, меня называли странным. И еще парочкой слов, которые я не могу сказать по телевизору. Но спасибо моей маме. Она сказала, что быть другим может быть полезно». Полезной церемония стала и для Five Seconds of Summer. Парни получили приз за самых преданных фэнов. «Вы, ребята, поддерживайте нас везде, куда мы отправляемся. Спасибо вам большое». Также победителями iHeartRadio Awards стали Кельвин Харрис, Сэм Смит и другие. Ну а те, кто не получил наград, выступили с новыми хитами, как, например, Snoop Dogg. Так что и через год от звезд, претендующих на статуэтки, отбоя не будет. Привет, я Мэри Джей Бладж, а вы за кулисами моего нового клипа «Дау». Новый клип певицы снимается в пустом театре, а песня о внутренней борьбе. Она о том, что я должна была перестать сомневаться в себе и поверить в себя, и о том, как я стала тем, кто я есть. Весь новый клип снят с помощью модных нынче дронов. Этот дрон со специальной подсветкой, чтобы Мэри могла понимать, где он находится в момент съемки. Anymore.
Плоды экспериментов съемочной группы и эмоциональных переживаний Мэри Джей Бладж можно увидеть в новом клипе «Doubt». И на сегодня это все музыкальные новости. Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрели программу News Time на канале Bridge TV. Пока.